Большой Кремлевский дворец на всесоюзное совещание работников железнодорожного транспорта со всех концов страны прибыли передовики, инноваторы, инженеры, ученые. Докладом о мерах по дальнейшему улучшению работы железнодорожного транспорта выступил министр путей сообщения товарищ Бещев. Три дня продолжалось совещание. На заключительном заседании слово было предоставлено первому секретарю ЦК КПСС, председателю Совета министров СССР Никите Сергеевичу Хрущеву. Призвав советских железнодорожников к неустанной борьбе за выполнение задач, поставленных 22-м съездом партии и программой КПСС, товарищ Хрущев, заканчивая свою речь, сказал: «Нам надо самоотверженно работать, трудиться по линии, отдавая великому делу всю свою энергию, все знания. Только так мы можем построить коммунизм. Разрешите мне от имени Центрального комитета партии и советского правительства еще раз пожелать вам, дорогие товарищи, а в вашем лице всем, всей армии железнодорожников страны, дальнейших успехов в вашем большом и очень нужном для народа труде на благо нашей великой Родины во имя победы коммунизма». Пусть быстрее движется наш советский локомотив к великой цели коммунизму.